Этот способ поможет вам быстрее заставить дерево плодоносить. А чтобы абрикосов было много, не забудьте во время цветения опрыскать его медом. На литр воды нужно развести десертную ложку, столовую ложку, если вам не жалко меда, и опрыскать облаком, не в цветок, а облаком опрыскать дерево цветущее вот этим сладким раствором. Все пчелы округи будут ваши. Ну, конечно же, если в этот момент не идет дождь. И тогда у вас будет очень много абрикосов, а вот таким подвязыванием вы спровоцируете плодоносить дерево гораздо быстрее на несколько лет. Друзья, вы все просите меня в разговор.